Колоссальные убытки несет сфера туризма. Чтобы получить толчок к развитию, действовать нужно уже сейчас. Поэтому правительство региона разрабатывает третий пакет мер поддержки бизнеса. В агентстве туризма и продвижения Тюменской области предлагают использовать и нефинансовые возможности. Например, вышли на связь с нашими партнерами в Москве и в ближайшее время организуем серию онлайн, так скажем, онлайн стратегических сессий по разработке туристического продукта для туриста из Москвы. Все равно мы понимаем, что рано или поздно эта ситуация закончится, рано или поздно мы будем возвращаться к нормальной жизни, и на сегодняшний день есть, так скажем, время для того, чтобы заниматься стратегическими вещами, так скажем, на перспективу. Соответственно, с рядом регионов договорились как раз о таком взаимодействии, чтобы разработать целевые продукты под конкретный регион. И первый такой телемост будет уже в ближайшее время с комитетом города Москвы, с представителями турбизнеса города Москвы. И наши туроператоры смогут получить хорошие, такие четкие рекомендации по разработке турпродуктов для туристов из Москвы. Мы понимаем, что границы, конечно, быстро закрылись, но они не так быстро откроются, все это понимают, да, и, конечно, как раз то самое время наступит для развития внутреннего туризма.